Ты изменишь. Скажи баронессе, наша лодка готова отправиться в Данию. Это единственный шанс для девочек. Вам следует убираться с острова. Я буду защищать их. Петер, что ты здесь делаешь? Русские идут, прячься. Я офицер Красной Армии. Выходить с поднятыми руками. Все на землю. Не стрелять. Немцы! Немцы на берегу Данийской бинта. Датчик со мной. Пацана возьмем переводить. Спроси его, хотят ли они погибать ради этого. Ты за девчонку делишься. А вот это мне нравится. Скажи ему, что он замечательный музыкант. Она хочет знать, все ли музыканты в России так плохо играют. Сына, когда ему было 12 лет. Этот капитан, что он из себя представляет? Они называют его драконом. Его солдаты говорят, что он ими жертвовать не станет. Горыныч мужик, честный, порядочный. Таких всегда много недоброжелателей. Кто там воюет? Русские танки против своих же солдат. Там дети. Помогите нам, пожалуйста. Зачем они здесь? Они сказали, они с вами.